Надо еще научиться говорить в микрофон. Это самое сложное, ребята. Так просто на гитаре играть легко. А вот скажи что-нибудь в микрофон хорошее. Особенно хорошее, если сказать. Вот плохого могу наговорить много, а хорошего вот мало. Что-нибудь хорошее надо. Чтобы вас еще развеселить, я вам расскажу анекдот небольшой. Группа Куиз играла в свои времена там в дворцах спорта. И вот мы играем, рубили так здорово, там просто ну, полтора часа просто отмочили просто концерт просто на ура. Уходим со сцены, там люди опять нас опять зовут. Зовут на сцену, ну и возвращаемся, там один раз сыграли там песенку, сыграли вторую, опять уходим. Толпа орет, не уходят, нифига, не хотят. Возвращаемся третий раз и думаем, ну ладно, вам, вот вам, ребята, последнюю песню, так вот, если вы хотите, мы еще у вас выступим в ближайшее время. Вдруг выбегает чувак на сцену, хватает микрофон, говорит, ребята, а что-нибудь хорошее можно? Вот, наверное, пришел момент, когда надо что-то хорошее сыграть.
Sounds really good to us, actually. Yeah. I'm really glad you guys stopped by. I mean, that's great. More of you, it's better for us. We enjoy playing for people. Music has to be played for people, right? If we don't have a listener, then what the heck we're doing? Yeah. Yeah. My dear neighbors, I would like to introduce Val Gaina. It's another Val. He lives in LA, but he's a rock legend. We grew up on his music back in Russia. And he's one of the founders of heavy metal rock in Russia back in 70... 80. Anyway, I'm sorry, 80s. I know. Anyway, yeah, I was like this. I was listening to him. I just love this area. I came by myself. I stopped. But hey, guys, can I play some music with you? They said, okay, go for it. Wait, no problem. You know what comes around goes around. You know, we gotta play something really cool, right? Otherwise, once again, why we're playing music if it's not cool? Has to be. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
вообще с таким человеком играть? Это просто невероятно.